Сегодня Маргарита готовит очень вкусный ужин. Какая-то селедка, рыбка. Хамса. Хамса? Угу. Отлично. Пюрешку. А что там у нас на мясо будет? Курица. Утки надоели. Утки правда надоели. Алик уже даже не ест. Они жестковаты и жирноваты. Жира много в утках. Я хотя сухую не люблю, например, там куриную грудку, я ее вообще не ем. Для меня сухая пища это вообще нечто. Но в утке просто много жира. О, уже что-то. Это не наш петух и не наша курица. Мы сегодня ездили в магазин, там купили. Наших пока руки не дошли разделать. Ну, петух жареный, он не будет такой мягкий. Да. В любом случае, из петуха варить либо суп, либо холодец. Ага. Прекрасно. Хамса очень вкусная. У меня уже слюни текут. Такая малосоленая. Ну, ты любишь рыбку, мы знаем. Да, сейчас все пойдут хамсу есть. Всем приятного аппетита. Ну что, Циля, открыть тебе калитку? Давай сейчас открою. Да. Иди. Пошла опять яйца нести. Друзья, всем привет! Продолжаем закапывать нашу траншею. Некоторые подписчики написали, такими темпами будете делать до 22 года. Ошибаются. Постараемся сделать до 21 года. Поехали! Кстати, куча земли вот с этой стороны оттаивает. Потому что солнце здесь. Но она не с той стороны, а здесь оттаивает. Нет. Да. Приходится вот так делать. Да, вот там она мягкая, а здесь солнце не попадает. Цилю сегодня выпустили снова за яйцом. Тятка уже ломается. В гнездо. Пойду посмотрю, кстати. Давай. Ну что, пойдем посмотрим яйцо. Алик сегодня выпускал ее. Вон яйцо лежит. Есть. Циля молодец. Каждый день несет яйца. А вот она и Циля. Циля, что такое? Яйцо твое сперли, да? Ну иди, давай. А, не пройдешь там, не пройдешь. Что, Цилю надо покормить. Это твое яйцо. Нет. Пойдем тебе дам. Пойдем, Циля. Давай, пойдем. Сейчас я тебе вынесу покушать, Цилечка. Да, сейчас вынесу, подожди. Постой здесь. Интересно, будет ли Циля есть творог? Циля, будешь творог? Творог будешь? А? Иди сюда. Циля, да куда ты поменьше куски бери? Давай, кушай. Чтоб яйца были большие и большие, Циля.
Все, съела. Теперь клюв надо вытереть, да? Циля. Че ты там бухтишь, Циля? Сонное царство. Максик. Максюша. Макс греется. Вискас спит. Всю ночь где-то гулял Вискас. Под утро пришел. Отсыпается. Вискас. Нальем барашкам теплой воды. Так, друзья, давайте. Двигайтесь. Пойдем, пойдем. Пошли. Водички, попейте. Пейте. Маша, а как твой глазик? Лучше? Да, получше. Надо еще сделать, может? Да. Уже почти. Ну вот, в темноте видно, что почти прошло. Зинаида Петровна. Зина. Зиночка. Привет, мой хороший. Шашлыкан. Шашлыкан, видишь, он так вот, меня он не боится. Так-то он шугливый, но меня не боится. Да? Шашлык. Ну все? Еда есть у них? Есть. Сидим. Они может... тут позавчера шмон такой навели у нас на участке. Может их погулять отпустить? Погулять, и они сейчас будут тут. Опять по столам лазить или под навесом. Ну, хочешь, давай отпустим. Ну я там все убрала. Да. Давай, давай отпустим, иди открой. Пусть на солнышке побудут. На ведро. Прошу. Пошли хулиганить. А эта Циля ходит за нами. А вось что обломится пожрать, да, Циля? Циля. Циля. Ко-ко-ко. Сейчас будем доматывать кусок. А вот, кстати, подай мне вот тут небольшой. Я буду все вытащить. У нас вот здесь труба. Один конец, он, видишь, посыпался. Один конец не защищен теплоизоляцией. Сейчас мы немножко тут заделаем. Надо было раньше сделать, пока не засыпало землей. Сейчас отрежем кусок. Вот так сделаем. И можно будет засыпать. С той стороны, чтобы... А, вот. Вот, вот так сейчас сделаем. Один раз скотчем мотну. Все будет лучше, чем никак.
Труба хорошая, толстостенная, но есть минусы. Это стыки. Конечно, ПНД можно без стыков проложить. Даже вот здесь срезать больше, и чтобы изгиб был не такой крутой. Ну, что купили, то купили. В принципе, здесь 20 метров, 20, там 2 метра. Не так это по цене разница небольшая. Так, ну что, хватит, наверное, да? Угу. Сейчас отсева накидаю сюда, на угол. Что, Макс? Вылез из-под одеяла? Кто из вас мурлычет? Вискас. О. Коты проснулись. Теперь надо поесть вам, да? Поспали, теперь можно поесть. Максик, ты встал покушать, да? Максюша. Чё бродим, граждане бараны? Заняться нечем вам, да? Зачем лезете к гусям, а? Там ничего нет для вас. Наверное, земля теперь до весны не оттает. Но мы ее все равно закопаем. Мы не сдаемся. Да. Лед прям чистый. Может, ее ломиком подолбить? Я уже ломик этот не подниму, у меня уже сил нет. Вот так по чуть-чуть. Поскреб, отдохнул. Хочешь чай с оладьями? Я хочу какой-нибудь суп пообедать. Есть? Варится. Ну давай чай с оладьями, отлично. В какой-то из серий, ну недавно буквально, я жарила оладьи, и многие стали просить рецепт. Я даже не ожидала. Вот сейчас покажу. У меня просто остался кефир еще. Если его куда-нибудь не деть, он пропадет. Поэтому я жарю оладьи и покажу вам как раз, как я это делаю. Здесь литр кефира. Сода. Три столовых ложки сахара. Щепотка соли и мука. Тесто у меня получилось вот такой консистенции. Все, тесто готово, можно жарить оладушки. Видите, какая консистенция теста? То есть на сковороду его
накладываешь, получается, ложкой. Ну вот, жарятся оладушки. Получаются пышненькие. Но если еще тесто не сразу использовать, а дать ему постоять минут 20, будет еще лучше. Вот первую партию пожарила и добавила еще муки, потому что муки маловато. Вот так. Полстакана муки я еще добавила. И все-таки Маргарита не обманула мои надежды. Покушаем супчик, там у нас уже оладушки, поедим и найдем себе работу. Вот оладушки, а вот рыбу я себе достала. Жили, были у бабушки оладушки. Да, оладушки надо есть со сметаной, между прочим. Ну, сметана вот эта, кстати. А не с вареньем. Очень хорошая. Я вчера купила вот эту сметану, 750 грамм, 135 рублей. Короче, состав сливки и закваска. Ну, там на нее скидка была, вот я ее и взяла. Мы вчера с Маргаритой полбедерки так это за раз уплели. Ну все, будем обедать. Да. Друзья, возим сено под навес, как вы говорите, надо его под крышу, чтобы оно не пропало. Большие тюки оставим тут, может быть, сделаем шалашики. А маленькое сено, я уже половину перевозил, вот осталась еще половина. В старый сарай, где были бараны, туда складываю. Пусть оно там будет в надежном, сухом месте. Да, Маргарита Васильевна? И наши барашки будут сыты всю зиму. Сейчас покажу, сколько сена мы уже перевозили. Вон наше сено. Осталось еще немножко. Надо будет сложить его. Поехали за следующим. Они, может, чуть достают, а чуть не достают. Чуть пошире, там, на 2 сантиметра. Ну, на давай полтора. Попробуем. Ну, не сейчас, а попозже. Там, может, завтра, послезавтра. Открутить одну и остальные согнать просто в сторону. Так-то у них носы пролезают, и вот где-то настолько они его захватывают. А дальше приходится немножко подходить и сюда им как бы подавать. Так что, может быть, мы же без опыта люди, а наши подписчики опытные. Они нам всегда правильно все подсказывают. Но я не всегда делаю, как они подсказывают, у меня есть свое мнение. Но в большинстве случаев они правы. Поэтому опыт приходит со временем. Наверное, мы так и сделаем, чуть раздвинем. Сильно не хочется, чтобы потеря была меньше. Вот сейчас минимальная потеря. Той кормушки сена полтюка сразу пропадало. Здесь получше. Ну, раздвинем где-то вот 2 сантиметра между каждой. Будет вообще-то того. О, видишь, уже кушают. А то кричали. Видишь, как хрумкают. Видать, не доставали. А сейчас достают нормально. Наверное, все-таки придется, да, раздвинуть.
три, четыре, пять, шесть. Шесть штук еще останется. И все, а это накроем. И нам не страшны ни дожди, ни снег. Друзья, у нас все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.